Ну что, видно меня? Да, меня видно. Ну что, ты такой у тебя вид, как после глубокого будуна? Или укололся? Прямо как отбросы какие-то. Ну зачем же? Ну я что сейчас написал, прочитал? Да. Ну, прочитай вслух. Что там написано? Ну, так, хотя своими словами, перескажи, что там написано? Игнат Ильич, вот то, что там написано, то я и делаю. Купи скотч, скотч купи, чтобы крест-накрест вот так вот запечатать рот, а потом вот так рукой, вот так тогда заходи. По-другому нельзя, он тебя разрывает. Это одержимость буйная. Я с такими людьми знаюсь. Они, если решили сказать, они все время только обороняются. Не так, не так. Надо взять место писания, ткнуть им. Но я же вижу это. У нас была одна инокиня такая. И она, если начала говорить предложение, у нее как пулеметная лента. Она не может остановиться. Надо обязательно сказать. И кончилось чем? Стоит большой мусорный ящик. Она подошла и давай его вот так трясти. Ее не могут оторвать. Мусор, мусор. Приехали, ее в дурдом забрали, больше ее не видели. Вот ты так же ухватился за мусор, за этот, в человеке что-то узнал. Тебе не надо ни одного слова говорить. Тебя приняли. Пройдет время. У меня было в одно время, когда меня арестовали. Это было еще. Меня психиатрия давила сколько лет? 26 лет. Это не игрушка. Чтобы я нигде не поступил, а я поступаю там, сдаю, допустим, экзамены на иностранном языке с выходом за границу, я хотел уйти из Союза. И это мне на пользу было, я никуда не уехал. А теперь злоупотребление советской психиатрии. Меня подвешивали, накачивали, еще только не было со мною. И я остался живой. И как видишь, помню свою фамилию даже. И когда иду в кухню, так я не промазываю мимо-то, в туалет не захожу, а на кухне останавливаюсь. То есть соображение еще есть. Понял? Да, понятно. Вот так. И там я 3 месяца молчал. 3 месяца ни одного слова «а» не сказал. Но когда заходили в большой туалет, там офицеры были, военные, я тогда им о Христе свидетельствовал. Ты не можешь молчать, он тебя разрывает. Вот я сделали, сейчас ничего уже я не могу говорить. Мне говорят, что ты ходатайствуешь, а он ни грамма не меняется. Ты смотри, 12 раз ко мне утром зашел, а мы молились. Почему не пристать было на молитву? Тебе надо... Честно, прости меня, я правда, у меня слезы пошли, я, ну, просил вашу молитву, понимаете, у меня покаяние пошло вроде как, ну, вот, напал этот бес, и все, ничего сделать не могу, тяжело. У тебя какие-то в мире есть товарищи, друзья, кому ты доверяешь? Не наше сообщество, не наше сообщество, есть? Нет никого. Никого нет, ну, а кому ты такой нужен? Отбросы. Это, как говорится, знаешь, коровы, когда зимой поят их, допустим, у нас на пруду, пробивают прорубь, а бывает, она повернется и оправится, и вот это вот, чем она оправилась туда, навоз, он мотается, так и человек бывает негодно, он мотается в этой жизни. А вы вот, Игнат Ильич, вы меня просите, при всем моем там все, вы это говорите для своего уважения, или потому что вот зачем так говорите? Так, я говорю то, что есть, ты уже меня начинаешь учить. Передо мною прошли не просто люди, а с которыми я работал, как сейчас пишет Московская патриархия, 1000 людей пришли в церковь. Это и баптисты, и адвентисты, и свидетели Иеговы, и мусульмане. Ну, ты понимаешь, это не мое, это благодать Божия делает. У меня огромный опыт, огромный. Я создал детский лагерь. Сам создал, зарегистрировал в краевом отделе юстиции, теперь построить надо помещение, набрать команду волонтеров. И я директор бессменный, 45 лет. Вы найдите такого директора детского лагеря. Строжайшая дисциплина. 45 лет. 1000 детей подняли без помощи государства. Ты ногтя не стоишь, когда с тобой разговаривают. Я не стою, конечно. Но это вы говорите же все потому, что вы понимаете, что... Вас будут смотреть люди. Сейчас еще не надо, попробуй не говорить. Вот две руки положи вот так вот. Вот вторую руку. Я говорю, две. Одну вот так, а другую крест-накрест. Я телефон подружу. Ну давай, положи вот так руку. А потом под низ скотч сделаешь.
Я тебе дело говорю, не просто так. Я конкретно говорю, что надо делать. И в это время твори Иисусову молитву. Вторую руку положи вот так вот. Не получается, у меня нет компьютера, как у вас. У меня телефон. У тебя рука, подними вот так две руки. Вот так две руки, подними. У меня телефон в руке, другой. Ну, положить нельзя? Никак нельзя. Видишь, уже у тебя есть как. Придумай. Сляпай как-то из бумаги, там, из дерева, из железа, чтобы телефон у тебя стоял, а не держал ты его. И обязательно скотч купи. Я вас, понимаете, я вас уважаю, все, я принимаю вас, все ваши слова. Я понимаю, что вы говорите не для меня. Не ладно, понимаете? Сколько в общем количестве, сколько ты назанимал денег? Понимаете, это личный разговор. Зачем это освещать? Видишь как, ты сразу учить начинаешь. Я тебе лекарство даю какое, значит, это делать не буду, это не буду. Ты понимаешь, он тебя полностью блокировал. Так, тихо, я вас люблю, вашу молитву люблю. Так, Саша, у меня нет времени с тобой, где ты время тратить. Я встаю в 3 часа ночи и начинаю в 4:40 подъем, в 5 у нас молитвы. Я не могу всю почту разобрать. Сколько людей приходит? Вот только написала армянка. Из какой, значит, говорит... Я негодный, значит. Ты перебиваешь наполовине. Понимаешь? Ты даже не понимаешь, что по интонации голоса я не окончил говорить. И ты уже врежаешь... Тебя не надо слушать. У тебя все это глупость на глупость. Написано, что не отвечай глупому на глупость его, чтобы не стать подобным ему. Соломон... Да, апостол Павел говорил, что даже он не пользовался авторитетом своим. Он сам говорил это. Ну тебе-то какое отношение до Павла-то, когда ты совершенно не в церкви, никакого отношения не имеешь к Павлу? Что ты за него берешься? Я защищаю свою церковь. Да ты сам себе выполни хотя бы раз то, что ты говоришь. Выполни, и ты засохнешь сразу, сухая смоковница. Нет, я не согласен. Я защищаю свою церковь православную. Так, ты не согласен, тогда я ухожу. Раз ты уже... Ты не согласен, я тебе ничего не могу дать. Я тебе говорю, купи скотч. Вот дети иногда плачут, и скотчем заклеят в детсадиках. И вот так вот наклей. И потом две руки вот так держи, когда тебе где-то разговаривать надо в интернете. Я прошу вашу просто молитву. Ну почему нет? За тебя молитва разваливается здесь, как будто ты проклятый. Я начинаю молиться, и молитва уходит. Вот так вот. Я не знаю. Смотри, диатреф, о котором упоминает Иоанн, он в молитвах не участвует. Симон, помолитесь обо мне. Нет, говорит, проклятие тебе навеки вечное. Симония пошла. Апостолом... Игнатий Тихонович, я знаю, что такое симония. Это когда против церкви, против таинств, все. Видишь как? Ты то, что слышишь, ты не даешь одной минуты, тебе дьявол не дает, чтобы осмыслить это вот ра-та-та, и все решето просыпалось. Ты дырявый, у тебя просыпается все. Нельзя это делать. Я что тебе говорю? Это... Вот вы меня простите, я же сам на церковь встаю. Видишь? Я же сам за нее говорю. Я тебе не нужен. Ну как-то нужен. Почему ну как я нужен, когда ты не слушаешь? Что я сказал, ты бы сидел, записывал одной рукой, а потом бы в это вникал, а потом через месяц вошел, сказал, я обдумал. Памва святой идет, а ему рассказали, у нас занятия идут, по слову Божию. Придешь? Он говорит, приду. Пришел один раз, а потом не приходит. Его встретили, 3 месяца прошло. А что ты не ходишь? Но вы сказали, кто хочет видеть дни благи, удержи язык свой от зла. И уста свои от рукавых речей. Я еще это не выполнил. Он один раз услышал и 3 месяца размышляет и зажимает себя. А ты тры-ты-ты, как баба подзаборная. Ну нельзя так. Я тебе... Значит, вы меня простите ради Бога, я прошу вас много тысяч раз извини. Но когда против церкви, против святых идут, я не могу молчать. Вот это не может не ты молчать, потому что ты даже не знаешь признаки беснования. Самый главный признак, человек не может молчать, это беснование. Он не может молчать. Игнатий Игнатьевич, меня простите, какое беснование, когда говорят против Стопника, например, и Семена Стопника, против там еще кого-то святых. Ну вот, как я могу молчать? Это же мои святые, которых я учусь. Вот понимаешь, что я тебе сказал впереди скотчем, отбросил, сказал признаки беснования, которые известны психиатрам. Ты сразу тры-ты-ты, тебе ничего нельзя дать, они тебя легион окружили, и во рту у тебя их не меньше легиона. Ты понимаешь, вот дуришь.
Тебя драть надо, как сидовую козу. Хорошо, а почему? Разве светотеческую литературу разве нельзя изучать? Раб не научится, если останется ненаказанным. Запомни это выражение библейское. Игнатий Ильич, труды святых отцов можно изучать или нет? Не может. Это такой же можно, как ты. Ему предупреждение за предупреждением, он снова вылазит. И ты таких находишь, тебя сатана уже с такими. Ты должен беседовать с кем? Я тебе скажу, с Вячеславом, с Николаем Астаховым, с Ириной Кондратюк. Женщины называю. Можешь, Наталья Усатая, Елена Гладыщук. Я тебе женщин называю, которые тебе мозги будут вправлять. Игнатий Ильич, но если они осуждают святых, как с ними разговаривать? Ты понимаешь, тебе цену копейки даже не даст. Тебе никакой цены нету. Совершенно. Ты себя обезглавил. Я тебе... нет никого. Я знаю, так, что тебе хуже никого. Еще раз говорю. Ты на мои ресурсы знаешь? Мои ресурсы? Открытым оком. Ну, я тебе скинул. Вверху у тебя скинуты мои ресурсы. Ты на них пасись. У меня 3 канала, и только на одном 23 тысячи своих роликов. 81 миллион просмотров. Ты маленько задумайся об этими цифрами. Миллионная аудитория. Прошлые годы... Слушай мне внимательно, слушай. Слушай. Слушай внимательно. Хотя бы один вопрос. Прошу прощения меня, пожалуйста. Слушай внимательно. Положи руки сейчас, чтобы ты не отвечал ничего. Ну как мне реагировать, когда ваши ученики вот хулят... Вот, ну ты... Ты неделю промолчи, потом скажи, я вот подумал-то, а потом до другое слово, 2 недели помолчи. А ты у тебя никак, он рот разрывает вот так тебе, дьявол. Ты этого не видишь и не знаешь. Все нехорошие, а ты замечательный. Но никто не оценит. Тебе быть только советником Путина. Ни в коем случае. Ничего не скажешь. А тебя на подходе посадят в дурдом сразу. Нет, никак не так. Вот что значит не битый ты. Ну как это битый, еще какие будут, вот Игнатий Ильич, мне же не тоже не знаете, совсем не знаете, я еще тот битый. Скажи, из того, что я тебе сказал, что ты принял? Повтори. Я принял то, что необходимо молчать побольше. Не побольше, не надо выдумывать. Я спросил, сколько ты занял денег обманом или как-то без отдачи, сколько сумма? Вот здесь опять вы меня подталкиваете как бы вот на то... То, что вы как бы, ну, не понимаете, из как это проходило все. Так, ты в армии служил? Опять подталкиваетесь куда? В армии служил или нет? Я вам уже объяснял, что нет, не служил. Так, почему не служил? Вы найдете причину, вы ищете сейчас причину, как меня обвинить, я так понял. Ты думаешь, как, психиатрия тебя признает сейчас вот в этом положении здоровым или больным? Ну, поскольку я отвечаю совершенно адекватно на ваши вопросы, думаю, совершенно здорово. Так, ты когда последний раз в рот заливал спиртное? Вчера. Вот так. Понимаешь, как? Пьяницы царствие Божие не наследуют. 1 Коринфянам 5 глава. Пьяницы... Это понятно, я же вам сразу написал. А где ты работаешь сейчас? Где работаешь, где? Какая работа? Какой оклад за месяц у тебя? Вот если бы мы с вами говорили лично, учитывая, если бы никто это не слышал, я бы вам сказал все. А поскольку я понимаю, что меня будут другие слушать, мне будет неприятно это говорить. Так, с кем тебе приятно говорить, кого ты будешь слушать? Назови мне из нашего содружества. Вот, я говорю, вот знаете, как вот раньше, вот, например, монахи общались с духовниками и лично все обсуждали. Я бы так же с вами говорил. И лично так же вас воспринимал. Ты понимаешь, ты это в эфемерных там блуждаешь. Сегодня, сейчас купи скотч и заклей рот, когда разговариваешь. Тебе надо где-то слушать. И только слушай. У тебя душа развалена, она вся израненная, сгнила. Ты Бога не боишься. Ты сегодня в этом... Скажи, ты сегодня... Скажи, Саша, ты сегодня умрешь. Где твоя душа будет? Да, пускай, возможно, умру. Ну, где ты будешь? Он тебе сейчас, сатана будет говорить, повешайся, как Иуда, бросься в пруд где-то с моста. Он тебя так, дьявол, не останет, потому что он квартирант. Он не творил тебя. И он одного задушил, другого залазит.
квартирант, комната, если... Я прохожу то, что я познаю, то я сам прохожу. Я беру грехи других на себя. Вот смотри, я с тобой разговариваю, ты меня прервал уже 17 раз. А почему? Да потому что сатана во рту сидит, вот почему. А разве у меня нету своего мнения, Игнатий Игоревич? Ну ты же всю жизнь кричал, сатана, заходи. Христос меня отверг, потому что я ненавижу Христовы заповеди. Нет, я Христа люблю. Я поэтому вам кричу. Любишь, да? Любишь. Поэтому ты со своим храмом, вы храм Божий. Господь говорит, очисти храм. Он выбросил все ненужное. А у тебя пьянствуешь ты. Что попало, делаешь, не работаешь, паразитом живешь. Я со Христом живу. Тебе там сатане тушно в тебе жить. Это видимая только часть моей жизни, а сердце моего вы же не видите. Ну на, вспоминай. Слушай, когда Леонардо да Винчи рисовал «Тайная вечера», он искал фигуру Христа. И нашел в одном месте юноша один молодой. Видно, что лицо его буквально светится, такой радостный. И он его попросил за деньги попозировать ему. И он его срисовал. Теперь апостолов нарисовал. Иуду не может найти. И он везде ходил и ходил. 18 лет прошло, но он другие картины рисовал. Но все время искал образ Иуды. И в одном месте смотрит пьяница. Он только стал говорить, да-да-да-да. Он говорит, приди ко мне, я тебе денег дам. Он сразу пошел. Ну и пошел, говорит, я тебя позвал посидеть мне, чтобы я с тебя срисовал. Я заплачу деньги. Когда он отнял эту картину, он так подошел, вставился. А вот это я. Христа рисовал с него. За 18 лет он на картине уже Иудой стал. Это один и тот же образ. Какой ты был, когда ты, ну, маленько себя помнишь, ты другим был-то? Тебе трудно вспомнить. Ну, вспомни там, сколько тебе, 5 дней от роду было, или когда ты начал это колбасить-то? И сравни себя с тобой и сегодняшнего. Какое у тебя лицо? Да, есть такое, все, расскажу. Если позволите, дайте мне время, хотя бы минуты 2-3. Если дадите. Я тебе сейчас, я тебе... Слушай, Меня просите, при всем моем уважении, вы тоже любите говорить? Я тебе говорю, ты должен слушать. Мне не нужны твои слова. Это не ты говоришь. Любое слово, все там подвергается исследованию. Ты зашел. Ты ко мне зачем 12 раз сегодня скинул всякие глупости? Просил молитву у вас. И молитва за тебя не идет, как будто ты проклятый. Я начинаю тебе молиться, и сразу все исчезает. Вот, у тебя понятия нету. Вот Осипов... Дворкин, за них молитва у меня не идет, я открыто говорю. А вот Невзоров, он такой безбожник, за него легко молюсь. А что я плохого-то говорю, Игнатий Тихонович? Понимаешь, ничего плохого сатана не сказал Еве, а только сказал, нет, не умрете. Он солгал, и уже умерло из-за них больше 100 миллиардов людей. Ну, я же говорю... Вот смотрите, у вас РПЦ, у нас МПЦ. Я говорю, вы только наших святых не хулите, пожалуйста. Я только это прошу у вас. Не надо, тебе не надо ничего говорить. Сначала душу свою исправь. Через себя Бог не говорит. Ты даже хорошие слова кричала, ведьма кричала, которая там по всей люди возмещают путь спасения. И Павел запретил ей, и бес сразу вышел. И кому она предсказывала что-то, они лишились дохода. И сразу на Павла арестовали, бить начали. А она говорила правильно. Но это демон говорил, Павел сразу разгадал. Когда он уйдет, а он... Мое сердце немало болит, чем более, чем ваше. Не меньше болит, чем оно. Поверь. Хорошо, почему? Ты давал обещание Вячеславу, что ты будешь выполнять условия, какие тебе дают. Ты писал рукой своей и тоже нарушаешь. Да, но когда хулят наших святых, не могу молчать. Да, понимаешь, с тобой разговаривать нельзя. Ты тут же отрекаешься от всего. Ты лжешь и тут же отрекаешься. Ну, вы меня просите ради Бога. Но когда я изучал святых, вот там... Тебе охота учителем быть, да? Охота учителем быть. Проповедником. Я не могу. Когда говорят про них плохо, я не могу молчать, Игнат Тихонович, когда плохо говорят про них. Разве я молчу? Это же наши святые из толпы. Это те люди, у которых мы учимся, такие молодые. Который уходит с сектантов разных. Да остановись ты! На тебя только на лицо глянут и поймут. Пинчуга из-под забора подошел и бормочет что-то. Тебя никто не может слушать. Ты сначала биографию свою напиши перед Богом. А какая твоя биография? Кроме греха там ничего и нету. Я только начинаю.
Ты греха блуда боишься, нет? Боюсь. Материться боишься? Боюсь. Курить боишься? Боюсь. Так, что пьешь? Боишься этого? Нет, вот это впадает. Все, виновный в одном, виновен во всем. Ты одновременно, вот заметь, сатана напал на одного монаха в пустыне и говорит: я тебя не буду больше тебе показывать, только убей человека. Он: да еще с ума сошел. Ладно, не будешь. Да? Так, тогда слушай внимательно. Тогда сблуди. Он говорит: никогда, я женщин не знал. Ну, тогда напейся до пьяна. Он говорит: ну, это я могу. Напился, а тут деваха. Он ее изнасиловал, а потом испугался, убил и в реку бросил. Со мной то же самое бывает такое. Ну, не в том смысле, что я никого не убивал, конечно. Пьянство – это добровольное умопомешательство. Гиппократ. Я поэтому прошу вас молить, святых. Так, меня. Скажи, что ты от меня полезного взял сейчас, когда я говорил? Что ты воспринял и сказал: вот это буду исполнять? Скажи, что? Ну, побольше молчать только. Больше, да, я не говорил побольше. Зачем ты добавил? Сатана тебе учит. Я сказал: скотчем заклеить и руки крест-накрест. Побольше молчать. Свободу воли говорить. Если тебе оставить 1% разговаривать, где-то здесь будешь, ты на него будешь ссылаться, это 1%. Вот сейчас ДНК берут, когда определять отцовство, и говорят: вот это отец, с которым живет сейчас, отец, и поэтому 99,9% это доказательство, а оставляет 0,1%. А как раз это подкинутый ребенок. Его обменяли, когда родился, его там поменяли. Ну, можно тогда пример? Когда Стефана привели вот эти вот фарисеи и сказали ему: подобно такому же, пускай мне грешно приведут такого же, как к этим всем вот этим сейчас фарисеям там, этим архиереям там, этим всем там. И вот такие же там приведут так. И такой же вот любой там, пускай не я там, другой там, ну, себя грешно нельзя приводить. Но пускай другой, как этого Стефана привели, святого, конечно, он великомученик был. Его привели, и он начал Святым Духом говорить, кричать. Понимаете, кричать начал. Вы там это... Ну ладно, остановись, остановись пока. Ты себя признаешь бесноватым или нет? Нет. Нет. Вот смотри, княжеский сын приходит в монастырь, а он увидел его, что молодой офицер, и говорит: ты не годишься для монахов. А почему? В тебе гордость. А как проверить? Он говорит: вот что, люди, которые в монастырь приходят, ты каждому кланяйся и говори: помолитесь обо мне, я бесноватый. Он стоял дня два, наверное, не мог сказать эти слова. А потом и прошло 3 года. Настоятель спрашивает игумен: ну как? Ой, говорит, он так плачет. И вот настоятель вызвал, говорит: все, говорит, эта эпитемия кончилась. Сейчас ты будешь вот там, будешь преподавать там. Он говорит: нет, оставьте меня здесь, оставьте на этой, что он привык. И дня 3 прошло, он умер. Вот сатана... Главное, что ты не признаешь своей болезни, доступность души для дьявола. А больше ничего не надо сатане. Он доказал, что тебе его нету. Он говорит: самая большая заслуга моя, дьявол, говорит, интервью дьявол смотрит, что я доказал, что меня нету, дьявола. Это то же самое, когда вот эти вот говорят там, это смирение не признает смирение, гордость так, не признает гордость. Это все понятно. Это так, все школа понятна. Так, все. Сегодня я тебе не нужен. Если думаешь мне звонить, только чтобы рот был заклеен, телефон установлен, и 2 руки вот так. До свидания. Ну, вот так вот.